что такое мышечный корсет и зачем его укреплять. Укрепление мышечного корсета необходимо для усиления работы опорно-двигательного аппарата, улучшения осанки, стабилизации позвоночника, повышения выносливости тела. Что такое мышечный корсет? Корсет представляет собой комплекс мышечных тканей, сухожилий, пленок, которые отвечают за работу таза, позвоночника. Они не принимают участие в движениях, а являются опорными элементами. Речь идет о следующих группах. Диафрагма участвует в выполнении дыхательных процессов, нормализации грудного, брюшного давления, стабилизации позвоночного столба, грудной клетки. Поперечная группа расположена в брюшном отделе и опоясывает талию человека как пояс, участвует в поддержании в нужном положении внутренних органов, втягивании живота. Многораздельные мышцы расположены по всей задней части позвоночника. С их помощью выполняется фиксация позвоночных дисков. При работе равномерно распределяется нагрузка на каждый участок позвоночного столба. Хорошо растягиваются, работают при наклоне. Фасция пояснично-грудного отдела. Система соединительных тканей, расположенная между тазом и позвоночником, выполняет роль опорного элемента, необходимого для стабилизации. Тазовые мышцы, нижняя часть, состоят из фасций, связок самих мышц, расположенных на дне брюшной полости. Если не заняться здоровьем спины, не укрепить мышечный корсет, со временем он потеряет свою эластичность, работоспособность, появятся боли в разных частях тела, начнутся проблемы с движением и даже поддержанием стабильной позы. Мышцы кора сосредоточены в основном в центре корпуса. Отсутствие поддержки, надежной фиксации приводит к развитию таких болезней, как остеохондроз, грыжи, сколиоз, артрит. Это, в свою очередь, ведет к заболеваниям внутренних органов. Практически все движения, совершаемые человеком, требуют работы корпуса. Упражнения для укрепления мышечного корсета позволят: первое, улучшить самочувствие, оздоровиться; второе, ускорить метаболические процессы; третье, забыть о болях в спине и поясничном отделе, шее; четвертое, убрать зажатость позвонков, создать красивую осанку. Прежде чем отправиться на занятия в фитнес-клуб, посоветуйтесь с лечащим врачом. Своему тренеру расскажите об имеющихся медицинских ограничениях. Грамотный подход к тренировкам даст положительный результат без травм. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья!